что такое погода и какой она бывает. Мрачной. Это то, что за окном. Мрачная, дождливая, пасмурная. Погода – это такое, где там облака летают и птичьи еще. Погода – а что за окном происходит? И там дождик, снег и... Солнце. Погода – это время года. Погода – это то, что за окном. Природа – проявление. Дождик, снег, солнышко. Какие бывают времена года? Осень, весна, зима, лето. Осень, зима, весна. А что можно делать в эти времена года? Летом залка, можно купаться на площадке, мамокса. А зимой? А зимой играть снежки, стоит снеговика. Лыжные крепости, кататься на латушках, кататься на коньках, ходить в ледяной дворец. А осенью что можно делать? А осенью опадать листья, птицы улетают, теплые края, дождь идет, холодно. Лето. Осень, зима, весна. Осень, зима, лето. Весна. Осенью можно сидеть дома. Но еще гулять. Можно собирать влажный урожай. Можно собирать морковку, капусту, свеколку. Еще огурцы, помидоры. А весной что можно делать? А в лесу он собирает грибы. Мы вот когда-то с папой ходили на поход с грибами. Если только грибов, мало не показалось. А летом что можно делать? Летом мы просто одеваем теплую одежду, потому что летом очень холодно. Летом холодно? Да. А не зимой? Зимой очень холодно. А вот лето, наверное, жарко. Зима, осень, лето, весна. А вот расскажи о каждом времени года. Зимой падает снег. Лето можно купаться. Какое время года нравится тебе? Мне нравится лето. Почему? Потому что можно купаться в речке, бегать по трафику в кроссовках, гулять. Можно поесть мороженое на лавочке. Зима, потому что мороз тут очень сильный. Холодно. Дед Мороз приходит. С мешком, посухом. Лето. Почему? Потому что летом можно купаться, ходить и ездить на велосипедах, на транспортах. Лето. Почему? Потому что очень жарко. Ну что можно делать летом еще? Купаться.